Всем привет! Сегодня я хочу показать немецкую зажигалку Huawei. Зажигалка довольно интересная сама по себе. В исправном состоянии такие зажигалки встречаются очень редко. Купил я эту зажигалку во Франции в октябре 2017 года. Вес зажигалки составляет 50 грамм. В конце ролика я добавлю фото с весом этой зажигалки. Состояние у зажигалки идеальное. Корпус у нее латунный, с хромированным покрытием. Видно, что от времени в некоторых местах хромированное покрытие уже утеряно. Но это нисколько не портит зажигалку. На одной стороне зажигалки, на верхней крышке, вот здесь вот имеется гравировка в виде надписи. Сувенир Дурин. Ну, сувенир — это понятно, что сувенир. А Рин — это название реки Рейн. И переводится как сувенир с Рейна. Ну и на нижней части нанесено гелиширование в виде рисунка, на котором изображена река Рейн. У реки холмистые берега. Вот здесь вот у подножия холма на берегу изображен населенный пункт. Видно строение в виде домиков. Ну и здесь вот даже вроде изображена церковь. Виден какой-то шпиль. Ну а на самой реке изображены плывущий колесный пароход, парусная лодка и обычная весельная лодка. Видно, даже он сидит человечек, который гребет веслами. Здесь на торцовой стороне зажигалки имеется брендовый значок фирмы Huawei. Он здесь изображен в виде аббревиатуры HW. Под значком имеется надпись Patent 3. И еще ниже Made in Germany. Сделано в Германии. Зажигалка эта полуавтоматическая. Чтобы ее зажечь, нужно нажать на вот эту спусковую кнопку. При нажатии на кнопку снимается блокировка с этой верхней крышки. И под воздействием пружины она открывается. И при этом через вот это зубчатое соединение прокручивается колесо, высекающее искру, и фитиль загорается. Зажигалка остается в открытом положении, продолжает гореть. Чтобы ее потушить, нужно просто принудительно закрыть эту верхнюю крышку. И без доступа кислорода пламя погаснет. Ну, обслуживание этой зажигалки простым и удобным я бы не назвал. Чтобы заправить зажигалку, нужно выкрутить вот эту заглушку. Удобнее это сделать, конечно, при помощи отвертки или монетки. После этого можно пропитать вату бензином и завернуть заглушку обратно. Заглушка здесь обычная. Места для хранения запасного кремния в ней нет. Ну и по замене кремния. Тут есть, как бы сказать, своеобразная хитрость. Кремень здесь, как и у Torrens Single Claw и Torrens Double Claw, находится сверху колеса, высекающего искру. То есть вот он находится здесь. Поджимается он обычной пружиной, которая уходит вот сюда вот в корпус зажигалки и тянет этот рычажок, поджимающий кремень. Чтобы поднять этот рычажок, нужно вот в это отверстие вставить булавку или иголку. Я в моем случае воспользуюсь скрепкой.
Нужно еще умудриться попасть в оба отверстия. У меня пока это не получается. Давайте попробуем с этой стороны. Почему я говорил, что не очень-то удобное тут обслуживание. Вот попал наконец-то. Ну и, соответственно, нужно снять блокировку, чтобы крышка открылась. И при этом скрепка поднимает этот рычаг, который поджимает. Вот, видимо, ушел вверх. Ну, сюда вставляется кремень. И после этого нужно обратно отпустить крышку и вытащить скрепку. Вот такая вот система по замене кремня. Если вам было интересно и понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Зажигалки моя страсть. Зажигалки моя страсть. Зажигалки моя страсть. Зажигалки моя страсть.